Наша земля славится талантами, но не каждый имеет возможность оценить их. И для этого необходимо объехать каждый уголок и каждое поселение. А здесь на выставке представители приграничного края устроили настоящий показ достижений. Пришедшие на торжественный концерт, посвященный 85-летию Кингисеппского района, обязательно поднимались на второй этаж Дома культуры химиков. Здесь и глаз радовался от изобилия работ искусных мастеров, и на вкус можно было попробовать некоторые продукты, производящиеся в нашем районе. Светлана Круг, Алексей Васильев, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.